И снова здравствуйте, всем привет. Давайте в этом ролике посмотрим, как будет смотреться, значит, анимация кота, кошки, кота, без разницы, значит, в сцене, где они болтают. Я думаю, что именно какая-то живность у Мастерсона там, ну, должна присутствовать. Так, давайте возьмем, закинем сюда анимацию кота, файл link и закинем сюда. Значит, где у нас тут все для вестерна. Вот сколько, повторюсь, тут, ух, сколько тут всякого всего. Так, значит, находим шерифа. И к шерифу закидываем кота. Кот, который лижется. Так, находим коллекцию, закидываем. Пивот стоит возле Мастерсона. Вот такого котейку я переделал. Значит, тот кот, как бы, который был по роликам, он не вписался. Пришлось более-менее такого, более подреалистичное что-то сделать. Тот как бы мультяшный, совсем прям. В другую сцену пойдет, наверное. Так, ну, где-то котейка должна быть, наверное, такого вот размера. Сейчас посмотрим, как вот тут развернуть. Как его лучше посадить. И где лучше посадить, и как он будет смотреться под камеру. Потом придется, наверное, анимацию переделать чуть-чуть и под этого кота, если он сейчас не попадет, значит, под ракурс. Так, а ну-ка, ну, большеватый, наверное, да? Да, давайте ему по ботинок его выведем. Котейка должна быть маленькая. Так, 0 на нампаде. Смотрим. Не, все, кот попадает хорошо. Так, где у нас тут камера? Вот камера как смотрит. Вам ее, наверное, видно. И котейка хорошо попадает. И что у нас с котейкой? У котейки не хватает анимации. Так, вот он сидит, там вылизывается. У него 100... Сколько у него тут? 120, да? А нам нужно анимации 579. Давайте все это дело сохраним. Файл сейф. И сейчас я найду котейку и закинем кота, значит, к Мастерсону. Так, все для вестерна. Так, 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 вниз. Опять же находим шерифа. Я кидаю персонажа именно туда, где они будут участвовать, чтобы потом не искать во всем этом списке. Значит, так, находим код Рик и код лижется. Так, смотрим, какая у него анимация. Так, вот так котейка выглядит. Вот. Ему нужно 500 с лишним кадров. Значит, выбираем Рик. Заходим в Post Mode, английская А. Здесь тоже выбираем кадры именно без базового вот этого. И докидываем, вот так вот делаем Shift D. Shift D. Ого. В принципе, он тут где-то и запарится, наверное. Надо будет ему еще потом, наверное, добавить такую свободную позу. Добавим 579 кадров ему. И сохраним файл сейф. Так, вот да. Я еще в группу не закидывал, значит, этого кота. Если закину, вы вот эти вот кадры лишние удалите и оставьте только, значит, базовые кадры. Они идут до 100. Так, вот 100. Не, не тут, 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 тут. Так, давайте, наверное, сделаем так. Это будет другой файл. Да, я его тогда перезакину, а тот оставлю. Это файл save as. Это будет, значит, лижется 1 и сохраняем. Тогда захожу, значит, герой Запада, сцена.
11. И сейчас ее, значит, поменяем немножко кота. Вот насколько видите, как происходит долго, значит, у меня загрузка. Вот такие дела. Надо иногда это дело все перезагружать. Так, находим герой Запада. Болтает, значит, с Ферстом. Сейчас, наверное, побыстрее она загрузится. Вначале, значит, загружается чуть побыстрее, а потом начинает чуть конючить, и получается, видно, много файлов, когда открываешь, он начинает сбиваться. Потому что много, значит, информации, и вот, чтобы показать, насколько долго все это дело происходит, я даже это вырезать не буду, чтобы вы видели, как происходит эта долгая загрузка, значит, сцены. Вот такие вот дела, вот такие пироги. Да. Хотелось бы, конечно, доделать все это. Сейчас буду еще наработки, и без ПК мне никак уже. Потому что столько всего сделано. Жалко теперь это все дело не доделать, не довести до конца. Так что буду стараться, буду думать, как говорится. Так, вот опять теряются, значит, где-то текстуры, хотя я сохранил это все дело, значит, в проекте. Находим, значит, Find Missing. Находим все для вестерна, и опять же нажимаю. А, надо было, ну да, надо было, конечно, нажать на ферста этого. Ну вот, чтобы вы как бы видели, да, насколько это все дело происходит. Если все это дело при монтаже не вырезать, это будет очень неинтересная такая картина. О, все, сохранилось. Загрузилось. Смотрим, что у нас с котейкой. Котейка у нас все. То бишь Alice Good. Мы его в коллекцию удаляем. И на эту коллекцию закидываем удлиненного того кота. Все для вестерна. Так, это где? Надо, чтобы опять не заблудиться, не запутаться, нужно опять найти АБВ. Это конь, это значит шериф. Шериф и значит котейка. Кот Рик. Лежится один. Коллекция. Коллекция. Сейчас он опять появится. Вот он. Теперь нужно его по новой уменьшить. Так, можно даже отключить небосвод. Так, где этот котей? Котей, котей. Вот он. Так, теперь 0 на нампаде. И значит, как бы тебя лучше посадить, чтобы ты очень даже, значит, показывал, что Мастерсон вроде как любит кошек там, да? Ну что, не зверюга какая, не конь педальный, да?
Так, где-то вот такой пусть будет котейка. Смотрим. Чуть-чуть его, наверное, нужно развернуть вот так вот. Оп. Чтобы красиво он выглядел. И как бы заполнить им какое-то пространство. Чтобы не к ноге близко он там сидел, не у кружки какой-то. Возможно, даже сейчас, если вот 0 на нампаде, смотрим, как у нас происходит картинка, внешний вид. Да, это значит вот камера, вот таким вот образом все происходит. Возможно, его можно даже вот сюда вот на край посадить, и получится у нас, значит, треугольник. Так, видите, здесь не рисует. А ну-ка, так, а ну-ка. А, рисует, так. Ctrl-Z. Чтобы, значит, нормально все смотрелось, нам нужно постоянно держать треугольник. Треугольник зрения. Получается, значит, вот это у нас называется правило третей. Вот так, когда делится экран, все должно попадать в него. Но дополнение в чем? Что здесь еще должно быть, вот смотрите, есть голова Ферста, есть голова Мастерсона. И должен быть еще какой-нибудь, значит, персонаж. Я думаю, его посадить вот сюда в угол. И тогда у нас образуется треугольник. И зрение очень хорошо воспринимает вот эти, ну, треугольник этот, да. Возможно, кота посадить еще где-то на стул сюда. Тогда у нас получится еще один треугольник. Ну, получится такой треугольник. Он будет еще более-менее, наверное, как бы заполнять эту картину. У нас получается, что котейка сейчас вот как бы, да, она не на первом плане, и вроде как бы в глаза она бросается, да, потому что мы смотрим на Мастерсона, но акцент на нее не делается. Вот тоже как вариант для этого. Так, ну вот такие вот дела. Если вы хотите посмотреть вот по третям, вот это, да, правило третей, потом по треугольникам, ролик есть, значит, в группе. Ссылку я на него оставлю. Это я давно-давно еще делал для другого мультфильма. И получается вот такой вариант. Если что, пишите, значит, ваше мнение, где должен быть код. И я это дело потом, если что, подправлю. Где бы вы хотели, кстати, его видеть, этого кота. Код будет в группе для скачивания. Там потом буду еще добавлять к нему, значит, анимации. Сейчас у него пока вот он вылизывается и ходит. Еще хочу, чтобы он запрыгивал вот на верхнюю вот эту какую-то притолку или на стул. И будет прикольная такая анимация. Можно будет им потом заполнять где-то какие-то моменты в городе. Там, если сделать ему другую текстуру, как будто другой код, да, там черный какой-то, то он может перебегать дорогу. И уже будет акцент на него делаться, как будто к несчастью. Вот. Тоже вариант есть такой. Так, ну вот пока как бы так бы. Вот такая информация. Заходите в группу, ссылка будет в описании. И кому надо, кота вот этого скачивайте, используйте. Возможно, вы захотите на нем попробовать анимации. На него, кстати, сейчас я вот это все дело сохраню. Так, смотрим. Вот видите, он постоянно вылизывается, все, да? Вот котейка вот это. Все, у него забитая, значит, информация, забитая анимация до конца вот этой сценки. Вот. Крупный план будет нормальный. Так, сохраняем файл сейф. И давайте посмотрим еще, что у него там есть. Так, сохранился? Ага, сохранился. Так, сейчас я, значит, сделаю скриншот. На главную, да? Чуть-чуть я его пока увеличу. Ну, чтобы как бы красиво было.
Вот такая будет заставка. Так, так, и чуть-чуть Мастерсона возьмем. Сохранить. Так, теперь заходим, значит, находим кутейку. Так, ну вот так он пока ходит. Можно его пустить по пути, и он будет, значит, идти по городу. Вот постарался я, значит, тут поизгибать ему, значит, шею, поизгибать ему таз, чтобы вот это виляние было. Вроде бы понял, как это все дело делается, но пока еще... Как бы сыроватая эта штука будет потом в дальнейшем. Я, может быть, ролик сниму уже полностью, как вот по анимациям, как и они движутся. Все вот эти вот, значит, зубасто-когтистые, да? Вот такая анимация. В принципе, вот если, не знаю, нога вот чуть-чуть у него, да, поддергивается, но это я еще подправлю, потом с изменениями все будет. Ну а так вот, если вот он идет, в принципе, не так все печально страшно. На дальняк так вообще, или на этот, на локацию нормально будет. Так, ну такая информация. Все, всем пока, до свидания.